бодибилдинга Украины, ассистента президента Европейской мировой федерации бодибилдинга Игоря Тулиева, город Киев. Также на сцену приглашаем Виктора Полищука, председателя судейской коллегии Украины, город Донецк. И просим подняться на сцену также вице-президента Федерации бодибилдинга Украины Вадима Митрюшина, город Севастополь. Поженерасил. И, конечно же, господин Макаров, будьте добры, поднимитесь на сцену. Конечно же, пока ожидаем девушек, хочется выразить огромное спасибо компании «Атлантики» за классный завершающий турнир, который закрывает сезон соревнований по бодибилдингу и фитнесу в Украине. Аплодисменты компании «Атлантика» господину Макарову. Спасибо. Наградная комиссия готова. Все как водится в природе. Женщин подождали. Теперь просим под аплодисменты на сцену приглашается категория женщины бодифитнес. Друзья, прочитайте сами. Расцвел, когда улыбаться начал. Как приятно вас видеть. В синих купальниках. Дайте читать что-то. Сейчас будем читать. Пятое место. Светлана Шебельная. Четвертое место. Алиса Зулаева. Третье становится Крачун Юлия. Второй – Татьяна Михейчик. Ну и как мы с вами спрогнозировали, победила девушка в синем купальнике Ольга Мунтян, город Одесса. Определили, что все-таки Мунтян. Я думаю, сами. И премия Ольги Мунтян. Толстый белый конверт. Фотография на память. Мужчина, сами определитесь.